Время, когда об искусственном ледовом катке только мечтали, и почему Рамаданова — первый райцентр, получивший свой собственный ледовый дворец. Сколько выстрелов за одну тренировку производит лучник и как попасть на прием к президенту. Об этих и других новостях в новом выпуске нашей спортивно-архивной рубрики «За 21 июля». В 2007-м в нашей еженедельной рубрике «Время спорта» мы показывали серию репортажей о ведущих тренерах спортивных школ Мордовии. В этот летний день наступил черед хоккея. В середине лета ребята готовились к сезону на футбольном поле и хоккейной коробке. Ледовый дворец в то время только-только сдавался в эксплуатацию, и многим ребятам еще предстояло впервые в жизни попробовать искусственный лед. С юношами 1998 года рождения занимался многократный чемпион республики тренер Дмитрий Никольский, который позднее вошел в тренерский штаб профессионального хоккейного клуба. Хотелось бы быстрее перейти на лед, и ребятам поинтереснее будет заниматься на льду. Все-таки как бы наша специфика хоккей шайбы на льду. А это уже год 2008 и первый райцентр, получивший свой собственный ледовый дворец. Хоккей появился в Рамадановском районе еще в 70-е годы прошлого века, традиции сохранились до сих пор. Местная районная команда из села Белозерье является бессменным чемпионом любительского первенства республики. Появились успехи и в детском спорте. В 2015-м впервые за долгие годы юношеская хоккейная команда из Рамадановского района республики стала призером всероссийского финала легендарного турнира «Золотая шайба». Причем в суперфинале наши хоккеисты были единственными представителями муниципального района, тогда как остальные представляли крупные города – Санкт-Петербург, Архангельск, Москву и другие. Конечно, это очень большое подспорье не только для хоккеистов, но я думаю, что занятия шорт-треком и фигурные катания, я думаю, тоже впоследствии будет развиваться. И вообще для населения поселка Рамадана, Рамадановского района, и для всей республики. Это очень хороший подарок. 21 июля 2009 года мы рассказывали о том, как победителей Всемирной универсиады принимал у себя на тот момент президент страны Дмитрий Медведев. Среди спортсменов было два представителя Мордовии. Это ходоки Сергей Бакулин и Андрей Рузавин. Причем обладатель золота студенческих игр в Белграде Сергей Бакулин был одним из трех спортсменов, кто говорил ответное слово в адрес первых лиц государства. За успехи на универсиаде Сергей получил именные часы. У нас такой вот передовой регион. Вот, он действительно передовой, президент это отметил. Отметил главу нашей республики Николая Ивановича Меркушкина за такое... Ну, казалось бы, у нас в республике нет ничего. И вот если у Татарстана есть нефть, им понятно, откуда они берут деньги и все. А вот такой крошечной республики, как наша, только благодаря... правильному руководству именно главы республики, правительства республики. Вот получается вот такие результаты, такие достижения, такое массовое строительство спортивных. Сразу несколько знаковых событий приходится на 21 июля 2018 года. В этот день в нашем эфире мы рассказывали о том, как юношеская хоккейная команда получила комплект формы и презентовала новый логотип. Еще в этот день мы рассказывали об успехе на чемпионате страны по легкой атлетике среди лиц с нарушениями зрения нашего Элнура Керимова. Он выиграл забег на 1500 метров и завоевал серебро на 800-метровке. А еще 21 июля наши телезрители узнали о том, что наша спортивная инфраструктура позволяет проводить в Мордовии сборы по такой экзотической для нас дисциплине, как стрельба из лука. Свои занятия лучники из Подмосковья проводили в районе стрельбища лыжно-биатлонного центра и рассказали несколько интересных фактов об этом виде спорта. Например, что хорошее зрение лучнику может даже мешать. У меня идеальное зрение, мне это мешает. То есть ты должен сконцентрировать свое внимание, четко видеть мушку и до конца, а непосредственно мишень размыта, то у меня переключается взгляд. Я хочу четко видеть мишень, забываю про мушку. У людей с ослабленным зрением им достаточно видеть мушку на расстоянии 70-80 сантиметров. И мишень размыта, уже заложена по умолчанию, и он не отвлекается, потому что мишень – это раздражитель. Это была выдержка самых интересных и знаковых спортивных новостей, пришедшихся на 21 июля разных лет. Продолжайте смотреть выпуски архивной программы и помните, что лучше нас современную спортивную историю Мордовии не расскажет и не покажет никто.